Добрый день, дорогие друзья. Мы идем репортаж из этого прекрасного... Не, она уже все снимает. Из этого прекрасного офиса. Кто бы мог подумать, что вот эти ребята занимаются проектом «Парад-парад». Но что самое парадоксальное, Славкинский Евгений, который здесь сидел за парень, такой никого не слушал. И оказалось, что у него позавчера был день рождения, и все эти ребята вот сейчас его поздравляют. Итак, прошу, лайв пошел. Тогда он был Баден-Баден, а сегодня друзья приготовили подарок. Ура! Открой. Честно говоря, я боюсь открывать, потому что это редкие еще парни. Так. Кулёчек простор, это чтобы ты понимал, где был куплен подарок. Я боюсь увидеть там носки. Так, чик, еще кулёчек. Дзинтари. Фирменная упаковка простора. Вот такие вещи в просторе. Да ты шо? Вау, это круто. А теперь открывай, там же носки. Очень круто. Спасибо огромное, друзья, это круто. Это не просто наушники. Это не просто наушники. Это как дизель. Это как дизель для Дэна, а для меня как... Как дизель. Как... Лейбл Rush представляют. Славкинский. Камон. Ха-ха-ха.